Здравствуйте, друзья! 21-летний российский фигурист Михаил Назарычев, выступающий в соревнованиях спортивных пар, победитель юниорского чемпионата России 2021, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2020, рассказал, по какой причине и каким образом он переехал в США и решил сменить спортивное гражданство. Михаил довольно-таки долгое время выступал в паре с Юлией Артемьевой. Именно с ней фигурист добился всех своих значимых достижений в фигурном катании. Однако в июне 2022 года стало известно о том, что спортсмены более не будут выступать вместе. Михаил рассказал, что в паре с Юлией именно его обычно отмечали судьи, а претензии к нему со стороны Артемьевой не касались спорта. «Накопилась ненависть ко мне, потому что я не изменял в себе ничего, а партнерше надо было со мной кататься, и это, видимо, бесило ее», – рассказал Назарычев в интервью MetaRatings. Со слов Михаила, пара распалась значительно раньше, чем это было объявлено официально. К тому моменту фигурист уже тренировался с Надеждой Лобазиной у того же тренера. Михаил добавил, что занимался у Слюсаренко в течение 10 лет, однако сейчас общения между ними нет. «Дело в том, что я его не предупредил перед отъездом из России, но только лишь по одной причине. Я знал, что если предупрежу, то мне закроют все границы, и я никуда не уеду», – рассказал Назарычев в интервью MetaRatings. После отъезда фигурист созвонился по видеосвязи со своим тренером, объяснил ситуацию, и со слов Михаила они закончили на хорошей ноте. Своей партнерше Надежде Лобазиной Назарычев также не сообщил об отъезде и с ней более не разговаривал. Михаил заявил, что Федерация фигурного катания, возможно, пытались связаться с ним. Однако с ними не общался он, так как не было особого желания. Михаил рассказал, что он на данный момент находится в Майами, тренируется, готовится к возможной смене гражданства и собирается продолжить карьеру. Саму смену гражданства Михаил не форсирует, так как для выступления на международных соревнованиях, кроме Олимпиады, необходим лишь один паспорт в паре. Назарычев заявил, что возвращаться не собирается, ни по кому и ни почему не скучает. А о переезде и смене гражданства задумывался очень давно. Родители, когда узнали о желании сына, поддержали его. «Выступать за другую страну, мне это всегда было интересно. До того, как я встал в пару с Юлей, я видел больше перспектив в отъезде. После того, как наша с ней пара понравилась всем, я решил, что можно пока повременить с этим», – рассказал Назарычев в интервью MetaRatings. Вообще, интервью получилось очень объемным. Михаил рассказал, что на их пару возлагались большие надежды и была проделана колоссальная работа, что их отправляли заниматься с Максимом Траньковым и с тренерским штабом Этери Тутберидзе, что лучше тренера, чем Слюсаренко, не найти, что тренер хореографа и даже глава Федерации фигурного катания Перми делали все возможное, чтобы сохранить пару. Однако, со слов Михаила, партнершу было не убедить, а сам он не собирался меняться, хотя именно его судьи выделяли их в паре. И теперь, когда он уехал, о чем мечтал так долго, не предупредив даже своего тренера и партнершу, он совершенно ни по кому не скучает. Тут даже нечего комментировать, Михаил все сам рассказал. Одно дело спорт и совсем другое человеческие качества.